будет там и тут одновременно, это точно он там будет. Это 100%. Если локомотив. То есть 3 раза, может быть. Хотя я не знаю. Там еще дальше контейнеры после локомотива. Да? Еще? Да, еще один. Там еще долго, еще долго. Да, сейчас локомотив уже здесь, да, тройной будет сейчас, да. Да, локомотив уже здесь. Смотри. Офигеть. Тройная змея, да, да. Одна заходит на выход уже, да. Видно. Один поезд. Вообще. Это вообще заходит и заходит бесконечно. Заходит и заходит просто вообще. Сейчас еще вот там. Сзади чуть. Он сейчас еще и сзади выйдет, да, вообще будет прикольно. Сколько вагонов? 200 где-нибудь? Ну никак не закончится. Сколько может? Я снимаю вот 3 минуты, как он только вышел еще. Я батарейку еще меняла. Ну вот сколько он уже? 4 минуты, как он вышел из верхнего туннеля, да? 4 минуты вышло. Еще все тянется и тянется, хвост как бы вот все. Все еще втягивается в тоннель. А вот, по-моему, локомотив последний. Если там дальше не будет. Где? Yeah. Вон, локомотив. Последний? Вот, вот, да, все, последний. А нет, это... Нет, мне показалось. Туннеля, да? Все тянется, еще нижние не вошли даже. То есть мы где-то, грубо говоря, 7 минут видим поезд, а то и 8, да? Вот, и конца края ему не видно. Три полосы. Кошмар вообще, да. Сейчас зажгу, он еще там пойдет. Мы его там увидим сейчас. Да запросто. Это мини-маунтейнер, как коротенький, 10 вагончиков. Идет. Прикинь, такой огромный поезд по горам, где такие уклоны.
Ладно, там по горизонтали тянуть еще туда-сюда. О, вообще, о, эффективность какая вообще. Куда угля сжигаются. А на чем ты думаешь, на угле? Смотрите, 7 минут, только как он вышел. Это вот 10 минут мы видели, как поезд идет.